«Ой, такая яркая девушка! Вы самая яркая! Вы просто солнышко! Солнышко! Представьтесь, пожалуйста!» Инна Светлова. «А вы певица?» «Да». «Что сегодня исполнять будете?» «А сегодня я не выступаю. К сожалению, мой трек еще сырой, не готов». «Ага, вы пришли, наверное, поддержать кого-то». «Нет, я пришла сегодня отдохнуть, собственно, и посмотреть на красивых людей». «Ну, тоже верно. Здесь очень много. Ой, спасибо, спасибо огромное. Спасибо, спасибо, спасибо. А что вы желаете ТВ-шансу? Я думаю, вы не первый раз уже на этом конкурсе». «С ТВ-шансом знакома уже достаточно давно, года 4 как минимум. Желаю процветания. Они, в принципе, и так процветают. То есть каждый год он гораздо краше, интереснее. Места дислокации меняются. Соответственно, людей больше. Желаю им всего только хорошего, соответственно, поэтому и прихожу». «Спасибо, мы тоже желаем вам творческих успехов, классного продюсера, крутого и хорошего настроения. Спасибо, что пришли». «Спасибо большое, спасибо».